Люберцах продолжаются общественные обсуждения ежегодного обращения губернатора Московской области к жителям региона. На этот раз глава округа Владимир Ужицкий встретился с педагогами. На какие темы обратили особое внимание в нашем сюжете? Четкие власти влияют те же. Пусть на настроение врачей, настроение учителей, настроение тружеников. А еще чуткая власть – это умение слышать и слушать друг друга. В начале своей речи Владимир Ужицкий процитировал губернатора Подмосковья, а затем перечислил основные направления, на которые глава региона обратил особое внимание. Как отметил Андрей Юрьевич, главная задача сегодня – это повышение реальных доходов жителей и обеспечение стабильных темпов экономического роста. В сфере образования в Московской области проделана масштабная работа. За последние 6 лет в столичном регионе построили 433 детских сада, из них 24 в Люберцах. За 7 лет в Подмосковье появилось 135 новых школ. 10 объектов образования открылись в нашем округе. В городском округе в 2020-2021 годах планируем ввод в эксплуатацию 4 школы и 2 пристройки на 4575 мест, а также строительство школы поселок Краскова на 700 мест за счет инвестора. А также подобран земельный участок под строительство школы поселок Октябрьский. Что касается качества образования, в топ-100 школ Московской области вошли 2 люберецких учреждения – 41-я гимназия и 8-я школа. В прошлом учебном году 14 директоров вошли в зеленую зону, а 26 – в желтую. Я хочу вам всем сказать спасибо. Это общая работа, общие усилия, включая особенно наше управление образованием. У нас школ, к счастью, в красной зоне нет. Надо просто стремиться входить в зеленую зону. После выступления главы слово предоставили участникам встречи. Педагоги задали интересующие вопросы и получили на них ответы. Общественное обсуждение ежегодного обращения губернатора Московской области в городском округе Люберцы продолжится. Луиза Егезерян, Сергей Гвоздев, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.